Открыл во Владимире казино и незаконно получил доход в особо крупном размере. Следственный комитет совместно с отделом экономической безопасности регионального ОМВД возбудил уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Москвы. По версии следствия, весной 2012 года с целью незаконного получения прибыли он арендовал дом в центре Владимира, начинил его аппаратами видеонаблюдения, игорным оборудованием, нанял сотрудников, взял на себя функции руководителя и лично контролировал размер получаемой прибыли. Заведение работало в условиях конспирации. С виду это было жилое помещение. К участию в незаконных азартных играх привлекались граждане из близкого окружения подозреваемого. Они, в свою очередь, рекомендовали других проверенных посетителей. По оценкам следствия, только за аренду помещений бизнесмен выплатил около 2 миллионов рублей, а чистый доход с мая 2012 года по декабрь 2013 составил 6 миллионов. По ходатайству следователя суд заключил предпринимателя под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.